Здравствуйте, друзья! Небольшой обзор на ручку от компании Браунинг. Телескопическая ручка. Вот мы только получили их в достаточно большом объеме. Надежные, простейшие, недорогие, качественные ручки. 2,25 длина. Называется Синтек. Такая вот пробочка резиновая, плотная. И, соответственно, втулка с еврорезьбой. Подходит под любые головы для подсачника. И дополнительно здесь еще втулка помимо клея крепится такой клепкой, чтобы не проворачивалось лишний раз. Крайне удобная вещь. Значит, я тут заранее взвесил. Вес 230 грамм, 24 сантиметра, миллиметра вот в этом месте, в месте хвата диаметр комля и 123 сантиметра длина. Поэтому достаточно жесткая ручка по строю, а это не сопля никакая. Жесткий телескоп, универсальный абсолютно и на карпы, и на любую белую рыбу. 2,25 покупайте, заказывайте мультифиш. И от меня к вам просьба под видео. Вам это ничего не стоит, да, а для меня это крайне важно. Поэтому поставьте, пожалуйста, нажмите вот на такой пальчик под видео, вы увидите, и нажмите кнопку подписаться, кто еще не подписался. Всего вам доброго и до новых встреч.